в кафе, боже мой, как оно называется, Карам за даром, да, Дареп? Дареп. Дареп. Мы заказали вот такой вот стол, куча мяса. И сегодня, да, кстати, мы вот во внутреннем помещении, смотрите, это мы были снаружи, а это внутри. Довольно-таки уютно, хорошо. Что я вам хочу показать, это то, как ливанцы кушают. То есть их национальная привычка. На примере моего мужа они закутывают мясо или картошку в лаваш, окунают хумус и просто едят это руками. То есть берется лаваш, я не знаю, у меня никогда это не получалось. Take it, please. Thank you. Сейчас я попробую это сделать. У меня никогда не получалось выворачивать нормальную рыбу. Или крошку. Берется вот так вот руками. Заворачивается что-то вот типа в такой рулетик и опускается либо в хумус, либо в какой-то другой соус, и просто ест там. Очень вкусно. Очень вкусное мясо. Естественно, в конце покажу счет. В принципе, мы будем кушать. Но я хочу здесь прописаться. Это одно из моих суперлюбимых мест, потому что действительно они готовят с душой и все очень качественно. Так, окей, нам принесли счет. В этот раз мы заказали намного больше, чем в прошлый раз. Счет вышел на $43. Значит, напомню, салат был фатуш, хумус, пиво, это был напиток. Дальше, эси, what is it, эпер? А, 7-Up. No, 7-Up, эси, it's джус. А, джус. А, soft drink? 7-Up. А, 7-Up, окей. Так, здесь были три вида мяса и савда джейдж эцвы. А, это, короче, да, мы заказали ливер. Маканек. Маканек за сосаж. Сосиски. Лехен депс. Small meat. А, это мяско жареное. And this is one a rich... Засал. Ага. Вот это был десерт, мы еще заказали. Это как домашний творог с медом. Вот. Поэтому, в принципе, ребята, можно наесться просто до отвала. Даже вдвоем, втроем. Из-за этого вы заплатите $43. Кстати, сейчас покажу, почему. Я поняла, почему мне нравится этот ресторан. Не только за демократичные цены. Посмотрите на стену. Украинский национальный колорит, как глиняная стена, это во-первых. Во-вторых, потолок идет дерево. Посмотрите на вот эти вот аксессуары. Это идет вот эти вот тарелки плетеные из лозы, ведро плетеное тоже из лозы. Слушайте, как наш колорит. А еще, смотрите, у них на стенах висят вот такие вот штуки. То есть это старые инструменты, очень похожи на наши. То есть, ну, фактически это напоминает, смотрите, нашу кухню, наш быт староукраинский.